5 миллионов рублей – пожизненное заключение. Мать погибшего футболиста Омского РТШ Егора Дробыша потребовала на суде максимального наказания для убийц своего сына. 2 декабря в Омском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве 21-летнего Амича. В ночь на 27 января 2021 года на него и его друга Виталия напали двое с ножом ради пакета пива и телефона. Друга омского спортсмена удалось спасти медикам, а вот Егор умер на месте еще до приезда скорой. Двух нападавших обвиняют по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшим». Один из них проходит еще по двум статьям – покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, и убийство, сопряженное с разбоем. Однако сами подсудимые, сообщают СМИ, не совсем согласны с обвинением. Заявляют, что убивать молодых людей не планировали.